Ну, во-первых, я там очень много раз за этот год побывал. И планирую еще побывать. Меня связывает, ну, наверное, взаимная любовь, потому что я просто млею от этой природы, от красот этих южного берега Крыма. Я думаю, что Крым – это очень глобальный проект, который даже ни в какое сравнение не идет с той же самой Олимпиадой, потому что это, к сожалению, та запущенность инфраструктуры, которая там сейчас есть, она требует очень-очень больших усилий, вложений и любви. Я думаю, что у нас все получится в этом отношении.